Здравствуйте, уважаемые конкурсанты. Меня зовут Татьяна Пискарева, я певица. И сегодня я оценивала ваше выступление, получила массу удовольствия. Спасибо вам большое за вашу смелость в выборе репертуара. И я бы хотела отметить нескольких исполнителей, получивших от меня высокие оценки. В первую очередь это Жаклин Адилова. Маленькая девочка с большим голосом, с хорошими владениями профессиональными, эмоциональная, яркая. Конечно, в таком столь юном возрасте немножко, как говорят, есть склонность переигрывать, но со временем эта маленькая исполнительница вырастет в большую артистку. Так что я желаю тебе, дорогая, успехов. Следующую исполнительницу я хотела бы отметить, взрослую, готовую артистку Анастасию Чернышову. Стильная, модная, интересная исполнительница. Удачи! Хотела бы также отметить Марину Тюру. Она выбрала очень сложную песню с большой женской душой и энергией. И несмотря на то, что впереди, конечно, и голос окрепнет, и эмоции станут ярче, честнее, опыт жизни все подскажет. Но на сегодняшний момент это прозвучало очень убедительно. Молодец! И последним, кто просто тронул мое сердце, был молодой человек, яркий артист, исполнитель Проскура Андрей. Вы молодец, Андрей, потому что вы выбрали песню «Соколята», которая является одной из самых сложных песен в украинской классической популярной музыке. И исполнить ее необходимо не только владея голосом, но и чувствуя каждое слово сердцем. И учитывая, что вы молодой человек, я не знаю, есть ли у вас сыновья, а песня о сыновьях, вы передали это тонко, с правильной такой мужской эмоцией. И, понимаете, владение голосом, безусловно, я оценила высоко. Но еще больше я оценила вашу душу и ваше сердечное пение. Пение сердцем. Молодец, спасибо за эмоции. Вот и все. Вам удачи и хороших, позитивных наград и успехов.